Итак, Уилл против Найта на точке вбрасывания. Уилл выиграл, невооруженный шайба там. А там Джиашвили, Демченко упали. И дальше Джиашвили, Шеребзянов. Вот такая схватка. Столкновение с вратарем. Сейчас посмотрим, будет ли большинство Динамо на остаться третьего периода. Эмоций было достаточно и без этого. Ну и там тоже вопрос, знаешь, как я говорю, я вот, по мне, Джиашвили не был в площади ворот. Да, он не инициирует контакт, просто он активно двигаясь на шайбу, он покидает площадь ворот, нападающий спиной находясь, просто он знать этого не может. То есть, ну, Джиашвили, да, его и не видел. Демченко, понятно, да, что Демченко выкатывался под бросок, что объяснимо, но Джиашвили его не видел, поэтому, то есть, как бы, если это и столкновение, то, как бы, совершенно неумышленное. Поэтому здесь и вопрос. Хорошо, что судьи как